Тебе ты чё? Давай, иди куда шла. Зачем вам веревка, не дал что-нибудь? Да отвали, говорю! Дождь! Только попробуй встать под это дерево. Нет. Да отвали, говорю. Отвали! Напрасно стараешься. Ни хрена у тебя со мной не выйдет. Слишком уродно. Ноги у тебя кривые. Это неправда. Не показывай. Да черт с тобой! Иди. Иди под свое дерево, раз дождь пошел. А почему вы решились на это? Ты что, действительно хочешь знать? А я скажу тебе. Я тебе скажу. Но только чтобы отделаться от тебя. Знаешь, что такое летчик? Да, я... Ни хрена ты не видел. Если ты и видела, то этих уродов в кожаных колпаках, у которых нет ни слуха, ни чувства для мыши. А попадают они туда, да потому что у них есть чем подмазать управляющего мира. Да они даже не могут посадить на землю самолет, будто это их собственный зад. Какие же они летчики? Они уроды. А я летчик. Я летчик. Да что там, разве ты можешь понять? Думаю, что все-таки могу. Если я тебе говорю, что ты не можешь понять, значит, ты не можешь понять. Думаю, что все-таки могу. Если я говорю, что ты не можешь понять, девочка, значит, ты не можешь. Могу! Не можешь! Могу! В детстве у нас был журавль со сломанным крылом. Он был ласковый и терпеливо переносил наши шалости, важно шествовал за нами и только кричал, чтобы мы не перегоняли его. Но осенью и весной, когда над деревней тянулись стаи птиц, он терял покой, и я хорошо понимала его. И что ты ревешь? Нет. Ты давай, давай, заканчивай. Портить цвет лица. Я уже перестала. Ну раз пристаешь, чтоб я не повесился, открой хотя бы рот. Что мне сказать? А чё решила-то вынуть меня из петли? Я испугалась. Ну, расскажи о себе. О чём? У меня есть маленькая лавка. Ну да. У нас же тут никто ни за кем не охотится, у нас у всех есть лавки. Да, у меня есть лавка, но прежде я была гулящей. Да ты чё? Ну, лавку, видать, подарили боги, да? Да. Да ты чё? Да. Ну да. В один прекрасный вечер они появились и сказали, вот, вот тебе деньги, да? В одно прекрасное утро. Не сказать, чтобы с тобой было весело. А я умею немного играть на цитре и передразнивать людей. И чё? Прошу. Нет! Ну как вам это нравится? Я, кажется, забыл свой кошелек. Буквально у меня кошелек был, а сегодня его нет.
подарили лавку, тогда я первым делом продала цитру. Теперь это не нужно. Теперь я могу быть как истукан. Хожу одна и сплю одна. Целый год сказала я сказала себе, что целый год не буду иметь дело с мужчинами. Да? А чё ж тогда выходишь за того? В чайном домике на пруду. А чё ты вообще знаешь о любви? Всё. Да ни хрена. Чё, скажешь, было хорошо? Нет. Ну а чё, так хорошо? Да.